Ну что, всех приветствую на воскресной войне. Сегодня будет интересно. Сегодня насыщенные бои будут, сразу вам говорю. Потому что у нас здесь такие вот необычные соперники. Давно я тот Амуна не встречал вообще. Ну, Маргарет, понятно. Ранвир, все очень быстрые. Быстрый. Команда быстрых, да? Заходим синими. Первый бой в обновленном немного составе. Кто предыдущие выпуски смотрел, я у Рэя разлимитил, но пока еще его не вкачал. Не успел. Так, по составам. Сюда, наверное, седьмой поставим. Поехали. Ну, сразу смотрите, тройка синих. Без пробью. Ладно. Можно было добить. Ну, давайте вот так лучше сделаем. Понадежней. Так, кого бы забрать? Давайте Маргарет заберем. Ну, тут, в принципе, она будет уворачиваться, но мы постараемся ее забрать. Так, хватит, интересно, Расула, сколько? 276, сколько Расула бьет? Блин, а она что вообще делает? Нет, ее надо точно забирать. Чтоб по-любому. Ну, сколько ульты ушло, это же просто уму непостижимо. Так, ладно, давай вот так сделаем. Раз. Ранвир. Щелбан отвесил. Вот Ранвир очень быстрый, конечно, тема. Находка, знаете, для всех. Ну, я думаю, что тут, в принципе, наверное, должны победить Магни. Сейчас главное от синих избавиться. Я не помню, что тот Амун делает. Что он делает? А, он крадет и себе забирает, да? Ну, тут выиграем сейчас. Расула по 400 бьет. Окей. Сюда заколачиваем. Синий, приедьте. Пожалуйста, спасибо. Ладно, первый тапок зашел. Даешь второй, чего? В принципе-то тут вариантов особо нет, поэтому будем стараться. Сейчас произвести впечатление на войне тапками большого количества. Давайте фиолетовыми сейчас загоним. Фиолетовыми. Думаю, кого взять. Ригард скоро, да, качается. Будем его тащить. Ну и, в принципе, наверное, по классике зайду. С киприотом. Вообще не понимаю, зачем у нас этот фиолетовый массовик в команде пятизвездочной. Ну, вернее, не в команде, а есть. Ладно, давайте зарядим всех. Кто здесь опасен? Я думаю, вот сюда закинем. Норны. Так, эти пока пускай постоят. А норны... Ладно, давайте сюда же закинем. Чтобы они...
спокойно смогли бы это все сделать. Да. Оп. Будьте здоровы. Не болейте. Оп. Ну, выиграли, да? Походу. Смотрите, ребят. То есть здесь получается очень такая, ну, так сказать, интересная картина в плане того, как они здесь встают. Камни и персонажи. Да и вообще фиолетовый мне нравится, потому что это контратака. Это очень мощно. Всегда. Так, красными. Давайте. Поехали. Красными, красными. А вот я не знаю, кстати, давайте тоже возьмем грозу. Здесь по 4 сотки будет вылетать. Я думаю, что грозуль сейчас нормально даст. Погнали. Главное, главное поставить ее четко под Маргарет. Вот и думаешь, кого лучше. Здесь. Ну, смотри, так гарантированно тройка ставится. Так, четверка. Да, интересно тут. По камням ситуация. Вообще их нету, я бы так сказал. Где их тут пощупать? Тоже не знаю. Но есть вероятность, что вот здесь сейчас подъедет снизу. То есть мы аккуратно сдвинем. Да, есть камень. Но там Маргарет уже готова ударить. Так вот сделаем. Раз. А что ж такое? Почему они так медленно заряжаются? Сколько я уже прокинул камней? Ну, а у них сейчас опять эта защита будет стоять. Тот Амун. Живите. Клык особенно живи. Клык живет. Так, этот накидает сейчас. Слабо что-то. Очень слабо. Ладно, Ранвир ударил, так что можем сейчас в него запулить. Такую вот аккуратненькую пулю. Есть, клык жив. Сносим. Давай, живи, клык. Потому что это невозможно. Это обошел тут всех. А магни в контратаку даст сейчас с Ранвиром? Ну-ка, отлетят сейчас, ребят. Нет, слушай, магни должен отлететь. 2000 вернулось, с ума сойти. Вот эта цифра. Он там больше, чем на 1000 дал. Так, отлично, освободился правый край. О, блин. Не воскрес. Маргарет сейчас будет бить. Ну давай, если она сейчас в контратаку залупляется. Тот Амун сейчас как даст сейчас по всем? Не даст? Ладно, не давай. Я пока заряжу тебя спокойненько. Наложит, успеет. Я чуть-чуть должен отхилиться. Ну и все, в принципе, мы ставим ему контратаку, и он должен откиснуть. Он же по трем бьет. Ну-ка, смотрим. Давай. Бах. Красота. Ух, красные тоже хорошо заходят. Ладно, давайте дальше. Сюда. Зеленым, наверное, зайдем.
зеленым моно. Уже заканчивается команда потихонечку. Желтые остаются. Ну, бои такие, в принципе. На тоненького. Кого бы взять зеленого? Вот Атомаса, когда докачаю, буду его брать вместо Юнана. Пока что Юнан 15-й отряд. Как средний заряжается. Теперь он не медленный, теперь он средний. Отлично, стоят камни зеленые. Раз. И стоят два. Заряжаемся. Нет. Я сказал, заряжаемся. Кого зарядили? Всех зарядили. Я думаю, что надо здесь забирать Вивику. Ну и Норны. Они сами по себе улетят. Детком отхилимся. Норны у нас сейчас прилетят. Давайте. Элканин. Ну, в принципе, ребят, довольно-таки все неплохо складывается. Красиво отыграли. Красивые вообще бои, так скажу. Вот честно. Фиолетовые были, желтые, ну и желтые. Шансов особо здесь много мы не имеем, потому что все-таки желтый центр, желтый камень нужен. Ладно, сейчас поднимем вот так, 6 камней есть. Все, на этом камень кончился. Желтый. Ну, давай, красный есть. Фиолетовые. Не хочется Вику заряжать. Ладно, давай вот так прокинем. Может, придет сейчас желтый. Да, желтый пришел, зеленый пришел. Капец, все пришли. Ну, дайте желтизну-то. Вот, вот, вот она пришла. Есть. Ну, Вивика там сейчас готова, да? Мы под этого, наверное, не загоним. Не хватит Зулак снести, да. Зулак-то противная девка. Так, раз, два. Сколько даст? 321, 400, ну что это такое? Это урон, что ли? Я что-то не понимаю. Или они рассчитывают на мартышку? Что им даст мартышка? Ну, блин. Кабан, давай. Не оплошай. Кабан жив. Там, смотрите, все мимо прошло. Вообще все. Все камни пролетели мимо. Эх. Да. Горение тут. Отпад.
Ну давай, попробуем Зулак под критами забрать. Остались только норны. Че, мимо? Зараза. Не, ну мы сейчас его сделаем. Мы его сейчас, этого норну. Или как его там зовут. Выбили. Последний тапок. Так, последний тапок. Авто этим заходом ставлю. Наверное, поставлю вот этого человека. Вместо квинта. Ну вот, интересно, что вообще ждет нас. Желтые, синие, зеленые. Ох, ох. Ранвирчик-то готов ударить по нам. Блин, куда такой зарядка? Понятно, что мы сейчас тут разгрузим нехило всех. Ладно, давай разгружаем. Пробиваем, пробиваем. Че, не добили? Ну капец. Ну это капец реально. Нам не хватило ровно сколько? В принципе, у нас даже шанс тут есть. Потому что еще одна птица зарядилась. Да, шансы есть сейчас. Ага. Пум-пум-пум-пум-пум. Че, неужели 6 из 6 шотов? Да ладно. 6 из 6 шотов сегодня будет. Пошли. Где она? Где она? Она там ушла. Вот такая вот сегодня война. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока-пока.